Всем привет-привет! Вот хочу вам показать. Смотрите, ну это апельсины, понятное дело, а вот это манго. Вот это манго. В России у нас тоже манго. Я покупала ребенку, ему так это нравилось. Но у нас манго, оно твердое, как яблоки. Здесь, как бы, вот мы попробовали, только здесь настоящее манго, такое, какое оно должно быть. Во-первых, оно сладкое и мягкое. Видите, вот знаете, как вот спелая груша на ощупь. И сейчас я вам покажу, как это выглядит. Смотрите, я разрезала ребенку манго, косточку вынула, да, и вот оно мягкое, он будет есть это чайной ложкой. Вот видите, оно какое мягкое. И сладкое, сладкое, сладкое. Просто медовое. Так что, девчонки, вот там то, что у нас продается, там вот такое, знаете, как яблоки, я не знаю, там нужно там то ли дать ему дозреть, то есть это совсем не то манго, как вот здесь, да, как оно должно быть. Еще хочу вам показать из странности, видите, вот это sweet potato, то есть сладкий картофель. Вот я вам разрезала показать, как это выглядит внутри. Я запекла это в духовке. Я видела у нас в Океях, да, тоже продается, но я понятия не имела, что с этим делать. Здесь вот я знаю, да, вот видите, у меня на противне просто запекают в духовке, просто запекла. Это сладкое для тех, кому интересно, да, кто, ой, как интересно попробовать бы. Честно вам скажу, ничего интересного. Вот видите оранжевый, да, внутри? Вот по вкусу это как морковка, только может быть чуть слаще. То есть, грубо говоря, запеченная морковка. И вот тоже ее потом чайной ложечкой можно есть. Вот и все. И ничего в этом сладком картофеле, вот такого удивительного, прям вообще экзотического, абсолютно нет. Нет, ну уж дразниться так дразниться. Видите, мы купили сегодня арбуз. Арбузы здесь вообще без семечек. Видите, вот половинку, да, арбуза. Такой большой арбуз. Вот у меня муж уже порезал на кусочки. Гляньте, как это выглядит. Хочу вам сказать, сладкий, как мед. Ну, не хотела вас расстраивать, извините. Ну, скоро настоящая весна у вас тоже будет и лето. Ну, у нас уже начинается потихоньку, видите. Вот еще чем отличается Калифорния от Ленинградской области. И последняя ложка меда в бочке дегтя. Сегодня мы купили ребенку две футболки. Вот такие Levi's. Вот одна синяя, вторая серенькая. В комплекте, они шли в комплекте две футболки. Комплект стоит $6. То есть одна футболка стоит $3. Если учесть, что Калифорния это самый дорогой штат в Америке, я не знаю, сколько стоят эти футболки в других штатах. А я вам желаю всего самого доброго. Спасибо вам большое за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваше мнение в комментариях внизу под видео. Будьте счастливы. Пока-пока.